на основании которых назначены указания в виде лишения свободы. По части 2 статьи 205-35 Уголовного кодекса Российской Федерации пребыванием первых 3 лет 6 месяцев наказания в тюрьме, оставшиеся части в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Сорикова учитывается с даты вступления приговора суда в законную силу. Не изготовлен еще в окончательной форме приговор. Когда будет в окончательной форме, тогда...